Всем привет! Канобу на связи, и мы продолжаем делиться с вами нашими впечатлениями от прошедшего в Москве Игромира и Комик-Кона. Сейчас мы расскажем вам о стенде интернет-магазина Киберслон, где были собраны одни из самых интересных и доступных периферийных геймерских устройств на выставке. Ну что, поехали! Игромир. Он не только про игры, но и вообще про все, что с этими играми так или иначе связано. Например, о геймерских креслах, которые, кажется, уже выросли из своей игровой ниши, и о покупке которых сейчас задумываются почти все, кто много времени проводит за компьютером. Дизайнеры, звукорежиссеры, монтажеры, ну и да, геймеры. К выбору компьютерного кресла не стоит подходить небрежно, все же спина у вас одна, а лечить ее дорого и нудно. Мы пересидели на всех креслах стенда от вариантов Thunder X3 до модели Gam DS, и объединяет их одна общая черта – они удобные. Самое то, учитывая сколько времени мы провели на ногах, бегая от стенда к стенду. Есть тут и широкие подлокотники, и подушки под изголовье, и под поясницу, и даже RGB-подсветка. В некоторых моделях кресел, например в Геркулес M1B, в спинке установлена специальная панель, которую при желании можно вытащить или сменить. А главное, ценник. По меркам рынка геймерских кресел, довольно щадящий, приличный вариант можно найти уже за 16 тысяч рублей. К слову о подсветке. Ей были оборудованы, кажется, вообще все блоки питания и системы охлаждения Gam DS на стенде, от кулеров до водянок. В прозрачном корпусе смотрится круто, впрочем, вы сами видите все на экране. Двигаемся дальше. Гарнитуры – обязательное устройство для всех, кто играет в мультиплеерные игры. Одна из самых интересных моделей стенда – Gam DS Gephaestus P1. Приятный дизайн, виртуальный звук 7.1, функция вибрации, RGB-подсветка и все это меньше, чем за 5000 рублей. А по спеццене ее вообще можно урвать за 3,5. Все еще актуальной остается и Hebe M1, гарнитура, неплохо зарекомендовавшая себя на рынке сочетанием цены и хорошего звука. Ну а самой красивой гарнитурой стенда мы считаем AH7 от Thunder X3. Очень уж радует глаз семицветная подсветка и стальная рамка. Но закроем тему периферии. Большую часть стенда занимали мыши и клавиатуры. От простеньких и недорогих комплектов до полноразмерных механик вроде Gam DS Hermes P3 RGB со встроенными 32-битным процессором Cortex и жизненным циклом в 50 миллионов нажатий. И мыши Thunder X3 AM7 с оптическим сенсором в 12000 DPI и переключателем AMRON. В общем, было где развернуться. Что еще? Порадовала подставка под монитор Thunder X3 AS5. Мало того, что она оснащена подсветкой и заливает неоновым цветом едва ли не половину стола, в ней есть USB-выходы, так что всю периферийку можно подключить прямо к подставке. Не нужно лезть под стол, да и шанс того, что провода запутаются и будут мешать играть с видео к минимуму. Ну что сказать, удобно. Но сильнее всего нас впечатлил, пожалуй, игровой стол Thunder 3X AD7. Дело даже не в яркой RGB-подсветке, куда же без нее. В AD7 встроен моторчик, который позволяет регулировать высоту стола нажатиями кнопок. Причем он способен справиться с весом до 75 кг. Не знаем насчет именно 75 кг, но красивых косплееров Игромира он мог поднимать без труда. А значит, и ваш монитор с периферийкой выдержит запросто. Можно даже коврик не покупать. Поверхность стола чуть шершавая, оптический или лазерный сенсор мышек работает на ней очень здорово. Ну вот, пожалуй, и все. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением в комментариях и жмакайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, заходите на наш сайт, там много интересного. Всем пока!